Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали какой-то толчок для наших других спортсменов равняться на нас и не бояться ничего, и смело идти к победе. Ну, также хочется сказать, что внутри себя я понимала, что мы можем претендовать на две медали. И очень жаль, что судьи оценили Влада на ступеньку меньше. Я считаю, что бронзовая медаль – это была его медаль.